1818 году французский физик Огюст Френель выступил с идеей о том, что все заполнено эфиром неподвижным. Дальше это дело пошло. Значит, мы считаем, что автором является Лоренц, это неправильно. И дальше вот вся эта история. Но ей предшествовала, вся эта история с эфирным ветром, предшествовала огромная история всего естествознания, так сказать, не просто признание эфира в природе, а опоры на представление о том, что эфир есть в природе. Принципиально это все описано вот в этих тоже самых двух книжках. Вот здесь эта вся история вкратце. Значит, история, то есть основа эфира как основы всей природы, вообще говоря, сопутствовала, сопровождала всю историю естествознания. Значит, это древние индийские учения, они здесь перечислены. Их там добрый десяток, на память я все эти названия не помню, но здесь они все есть. Ньяя, я не могу сейчас врать, значит, это самое, потому что название заковыристое и, так сказать, трудно. Значит, в Китае, в Японии, значит, в Греции. В Греции мы вообще считаем естествознание происхождением из Греции, что совершенно неправильно. Потому что естествознание в Греции предшествовали, безусловно, знания очень глубокие египетских жрецов, медианских магов. Было такое, Геродот их описал, значит, было такое жреческое племя маги. От этого слова пошла магия и пошло слово могучий. Значит, это Мидия, древняя страна Мидия, помещалась там, где сейчас северо-западный Иран. Вот. И у них стажировался Демокрит 5 лет. Демокрит стажировался также 5 лет у египетских магов. И Демокрит, которого мы считаем родоначальником атомизма, никогда не приписывал себе авторство. На самом деле, египетские жрецы тоже, так сказать, не являлись авторами. И вся эта история, и в частности с эфиром, идет черт знает с каких веков и времен, там десятки тысяч лет тому назад, и откуда все это дело тоже неизвестно. Потому что на Земле время от времени появлялись такие люди, как, скажем, Гермес Трисмегист, неясно откуда он взялся, обладатель огромный, Трисмегист означает трижды величайший. Значит, основатели, в общем, обладающие огромными знаниями о природе, о технологиях там и так далее. Именно Гермес Трисмегист притащил в Египет алхимию, и Египет стал, так сказать, богатой страной и реально делал золото, значит, не имея фактически золотых копий никаких. Значит, а все вот эти самые храмы, так сказать, огромные, которые были там в немалом количестве, это все лаборатории НИИ и ОКБ тех времен, куда, вообще говоря, далеко не все допускались. Вот, значит, появился, был такой уже в Центральной Америке Кецалькоатль, тоже обладатель огромных знаний, это все исторические личности. Значит, и туда тоже была натащена и технология, и там еще такое. Это при условии, что кругом все население абсолютно безграмотное. Понимаете? Вот, значит, то есть это идет с очень давних времен. В Греции эфир впервые появляется, ну не впервые, опять же, я говорю, это то, что мы знаем. У Фалеса Милетского под названием Апейрон. Ну, Апейрон переводится как нечто неопределенное. Значит, Фалес считал, так сказать, основой некую влажную природу. И надо сказать, что последующие изучатели всего этого дела исказили все древние учения, ну, как только могли, потому что они натаскивали туда, так сказать, свое представление сегодняшнего, туда. И знания эти утрачивались, размывались непрерывно. Значит, Апейрон, от слова Апейрон пошло слово Апер, PH. Мы читаем как F, Афер. Вот оттуда пошло слово эфир. Значит, эфир упоминался в поэме, блестящей совершенно поэма Тита Лукреция Кара, это уже первый век. Значит, о природе вещей, она многократно переведена на русский язык, и очень рекомендую с ней познакомиться. Вот, и затем, значит, фактически, да, Демокрит, это 4 век до нашей эры, значит, упоминал, что атомы, которое у нас неправильно совершенно переведено как неделимые, в то время как атом на самом деле это неразрезаемый.
Вот, значит, имеют части Амеры, которые уже вот действительно неделимы. При этом Демокрит указывал, что если атомы обладают тяжестью, то Амеры, их составные части, а больше ничего в атомах нет, кроме них, тяжестью не обладают. Это вызывало потом у всех последующих исследователей всяческое неприятие этого дела. В наше, уже в советское время, об этом постарался некий философ Ахундов, который, так сказать, абсолютно не понял ничего, но зато все написал. Вот, значит, об этом в свое время будет у нас здесь речь дальше. Ну, короче говоря, значит, вот появились атомы и амеры. Напоминаю, что слово «атом» было заимствовано Дальтоном, или Дальтоном, наверное, правильнее, в 1824 году для обозначения минимального количества элемента, простейшего, который до этого, значит, Лавуазье назвал элемент. Собственно говоря, Лавуазье, насколько я знаю, притащил слово «элемент». Ну, тут есть люди, которые могут меня поправить, если я, так сказать, не прав. Вот, элемент. Элемент, слово тоже очень интересно происходит, «эль». Один угол, М, три угла, Н, два угла. Значит, один плюс два, вот равно трем. Это что-то такое древнемистическое, вот было использовано элемент. Значит, это самое. И таким образом все это тянется оттуда. Затем в Древней Греции, так сказать, наступил некоторый перерыв в развитии. Но это подхватили арабы. В каком плане арабы, значит, использовали все эти знания? Мы знаем очень плохо, это надо, должно быть специальное исследование. Но именно у арабов, значит, Демокрит взял физику. То есть Демокрит. Рене Декарт взял физику. И Декарт восстановил представление об эфире уже в Европе. Я напоминаю, чем Декарт отличался от Ньютона. Ньютон, когда сочинил свой на основе законов Кеплера, а тот на основе наблюдений Тихо Брага, значит, сочинил свой закон всемирного тяготения, то интересовался не только математическим, так сказать, обобщением законов Кеплера. Закон обратных квадратов произведения масс родился как обобщение трех законов Кеплера. Но Ньютон очень интересовался много лет причиной, по которой этот закон вообще существует на свете. В чем дело? И непрерывно возвращался к эфиру, то возвращался, то не возвращался к нему, все время, так сказать, были колебания. И поскольку он не сумел, да, и в частности он рассматривал потоки, там корпускул, там все такое, но поскольку он в конце концов ничего не сумел сделать, то уже где-то после 75-го года жизни так это гордо и барски бросил, что гипотез мы не измышляем. На самом деле это было полное его поражение, когда он физику, так сказать, этого дела не понял. Но так или иначе, значит, эфир никуда не делся. И он непрерывно упоминался повсеместно, вплоть до того, что Менделеев в 1869 году, когда... 69 или 65? А что вы хотите? Таблицу. Таблица 69. 9, я правильно сказал. Так вот, в таблице 69 года у него была так называемая нулевая строка, которая потом была изъята, значит, где упоминался эфир. Вот в 1818 году Агюст Ренель в какой-то статье выступил с идеей о том, что мы находимся в атмосфере абсолютно неподвижного эфира. Это была замечательная идея, которая подчеркивала, что а. эфир существует, б. что он вездесущий и всемогущий, понимаете, и вот, что он неподвижен. Никак он особенно эту идею не развил, но уже позже, уже к концу ближе 19 века, что-то подхватил Генрик Лоренц. И дальше с тех пор мы считаем, что вот Лоренц выступил с идеей абсолютно неподвижного эфира. Хотя на самом деле, конечно, это сделал не он, а вот Ренель значительно раньше. Тем самым, вообще говоря, подчеркнуть его абсолютность. Если он абсолютно неподвижен, и все тела, так сказать, двигаясь, просачиваются сквозь него, то стало быть, значит, он, так сказать, вездесущ, что, безусловно, являлось идеализацией. Несколько позже с подобной, но противоположной идеей выступил Герц, который сказал, что все тела абсолютно захватывают из них. Ну и то же самое, опять появилось слово «абсолютно», что делать вообще никогда не реализуется. В 1877 году появилась статья Максвелла. Я напоминаю, что свои уравнения Максвелл вывел не просто методом Фингера-Декера, и не высосал ниоткуда из пальца, а он воспользовался идеей того, что эфир — это жидкость,
У него в его трактате, и вот в выдержках его работы 1865 года, там не дальше, значит, это все четко сказано. Значит, что эфир, по его мнению, это идеальная жидкость. Эту идею он взял уже у Гельмгольца. Вот. И что, значит, таким образом вся математика, связанная с гидромеханикой жидкой жидкости, сюда применима, и вывел свои знаменитые уравнения на этой основе. Ничего не постулировал. Он вывел жестко. А в 1877 году, ознакомившись с работами уже Лоренца, ну, знали, конечно, о работах Френеля, значит, он написал в это самое, в статье «Эфир», помещенной в 8-м номере Большой британской энциклопедии в 1877 году. Он говорил так, что раз Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду, ну, на самом деле, от 29,5 до 31,5. А эфир такой хороший и неподвижный, всепроникающий, вездесущий, то на поверхности Земли мы должны наблюдать эфирный ветер. Его можно замерить, поскольку совершенно ясно, что эфирный ветер, то есть эфир нужен для того, чтобы в нем гулял свет, то тогда ясно, что свет распространяется как волна в эфире, так сказать, будет менять свою скорость. И вот если он идет вот от источника вот сюда к приемнику, и вот это расстояние d, то тогда изменение фазы составит, значит, дельта первая будет равно d в единице. Что мы можем засечь? То есть v это скорость, c это скорость, v это скорость эфирного ветра, c это скорость света, d вот это расстояние. Ну, тогда расчет показывает, мы можем это, так сказать, сделать, что если d у вас равно 1 метр, d равно 1 метр, v равно 30 километров в секунду, а c равно 300 тысяч на 10 пятый, то тогда отношение v к c составит 10 минус 4, и мы, пропуская свет, скажем, даже 10 минус 4 чего? Метра. И мы, пропуская свет сюда, значит, получим, что, да, а длина волны, скажем, зеленого света, это 0,56 на 10 минус 6 метра, то мы получим здесь черное сколько длин волн, которые мы можем уловить. Но, пишет Максвелл, не существует метода, при котором мы можем поставить вот этот эксперимент первого порядка. Для того, чтобы выловить вот это дело, мы вынуждены свет возвращать обратно к источнику. И тогда у нас будет не дельта вот такая, а будет дельта вторая, которая будет равна 2d на v квадрат на c квадрат. И тогда дело меняется, что уже вот это отношение становится 10 минус 8. 10 минус 8. А это совсем другой коленкор. Потому что теперь 10 минус 8 вот от этого, это уже составит сотые доли интерференционной полосы. Сотая доля. Вот Максвелл пишет, что не найдется никого, кто сумел бы построить прибор, с помощью которого можно привести такую малую величину. О том, что эта величина может быть еще меньше, потому что, значит, там не 30 километров, а нечто другое, разговор тогда не шел вообще. Нашелся один герой, студент, который должен дать пример всем нашим студентам, потому что он был примерно такого же возраста, где-то курса 2-3, который не побоялся всех этих тягов и построил прибор. Мало того, что он построил, он придумал. Ну, давайте соображать, будем свет гасить или нет? Кто там сзади сидит? Нажмите кнопочку нижнюю. Я думаю, что солнце все равно. Солнце? Ну, получше. Ну, так, получше, да? Значит, в чем заключалась идея? Идея заключалась в следующем. Вот, Макинсон. Так. Видно что-нибудь? Ну, что ты видишь, да? Чего-нибудь. Чего-нибудь.
Идея заключалась в следующем. Вот здесь источник света. Вот здесь приемник света. Вот здесь есть полупрозрачные зеркала. Свет идет сюда, сюда и сюда. А здесь он идет сюда, сюда и сюда. И вот здесь образуется интерференционная картинка. Вот здесь сидит наблюдатель, смотрит в эту дудку. Что он там видит, он сообщает, так сказать, записывающему. Тот записывает. Если ветер дует вот так, то вот здесь он не оказывает влияние. Потом эта штука вся поворачивается на 90 градусов. И теперь ветер начинает дуть вот так. И значит, мы наблюдаем смещение интерференционных полос. Вот это дело и исторгся. Такой эксперимент был проведен в 1886 году, а в 1887 году появилась первая статья. Она вот здесь опубликована, это его первая статья. Ну, здесь вообще все статьи опубликованы. Вот прибор, который сделал Микельсон. Как видите, на подставочке, которая ставится на стол, ставилась вот эта самая штука, вручную поворачивалась, вот тут надо было куда-то смотреть, вот это, наверное, источник света, вот сюда где-то надо было смотреть, вот в эту дудку надо смотреть. Вот, значит, это все в микроскоп надо смотреть, это все очень такие тонкие наблюдения. И к величайшему удивлению, Микельсон никаких 30 км в секунду не нашел. Когда он описывает вот здесь, о чем наши, так сказать, большие ученые от истории естествознания вообще не упоминают, он пишет, что прибор обладал такой чувствительностью, что смотреть можно было, снимать показания можно было только ночью, и только при условии, что не менее в 100 метрах от этого здания никто не ходил. Потому что если в 100 метрах от этого здания кто-то просто шел, то тогда вибрации приводили к тому, ну какие там вибрации, кстати, в 100 метрах кто-то идет от фундаментального здания. Значит, вибрации приводили к тому, что картинки совершенно размывались, и невозможно было вообще ничего уловить. Все это написано. Тем не менее, что-то он там намерил, значит, написал, что результат неопределенный, и именно вот этот результат всеми нашими релятивистами почитается как результат нулевой, что он ничего не получил, и значит, и прошли всякие списки. С чем Микельсон был никогда не согласен. Значит, им больше всего мешали, и да, и тем не менее, они что-то такое здесь намерили. Вот смотрите, вот это результаты, значит, которые они намерили. Вот здесь, вот что должно было быть при 30 км в секунду, а что на самом деле намерили вот здесь, вот. Вот здесь чего-то такое намерили. Когда мы видим, что мы имеем дело с квадратом v к c, то мы должны вот из этих отношений амплитуду извлечь корень квадратный. И тогда это будет вот это 30 километров в секунду, а вот это будет где-то порядка 3 километров в секунду. Но я еще говорю, что результат не определен. Поскольку больше всего беспокоили вибрации, то были приняты меры к тому, чтобы вибрации устранить. И появился вот такой прибор. Вот такой прибор. В чем была его идея? Во-первых, они взяли жесткую мраморную плиту вместо вот этих самых висюлек, которые там, значит, были вот эти самые рычаги. Ну вот, вот так вот они висели, недостаточно жестко. Здесь они взяли мраморную жесткую плиту, вот примерно вот метр вот здесь. И на ней расположили все оптические элементы. Во-вторых, они ее поставили на деревянный круглый поплавок. Этот поплавок помещен вот это есть ртутная ванна. То есть это такой желоб, в котором набит ртуть, и вся эта кухня. Почему ртуть? Ну потому что тяжелая эта штука. Ну вот, значит, а почему вообще жидкость? А потому что теперь она может вращаться, она не пропускает вибрации, ее можно вращать весьма плавно, так сказать, вот без вращения. И с вибрациями дело было попроще. Они пропустили здесь, на этой плите, уже много раз луч, понимая, что надо увеличивать длину. Ну вот. Это то, что они, так сказать, это теоретически кривая, вот то, что они намерили, и опять написали, что результат неопределенный. Между прочим, мерили в подвале. Это был 1887 год, и это то же самое, что нам все время суют в нос, что Микельсон получил нулевой результат. Значит, пункт первый, об этом Вавилов пишет Сергей Иванович, что, во-первых, никакого результата нулевого вообще не было. Во-вторых, значит, это были ранние опыты. Ну вот. Должен сказать, что вот я лично провел несколько, так сказать, новых физических, я лично провел несколько новых физических экспериментов,
и знаю, что только стоит только уснуться на натуру, как немедленно обнаружатся все те ошибки, которые не учел вот в течение целого года подготовки этого самого эксперимента. Я думаю, что это все. Вот. Короче говоря, значит, начались там разнообразные баталии и стали высказываться разные представления о том, с чего это они получили такой малый. О том, что они принципиально не могли получить полную вот эту самую скорость, об этом никто не разговаривал. А вот было непонятно, да, они что-то получили, но получили значительно меньше того, что, значит, ожидалось. Непонятно почему. Эфир же абсолютно неподвижный, он везде сущ, все должно быть, а вот полетели же так вот. Был там некий Фицджеральд, который и Лоренс тут принял какое-то участие во всех этих обсуждениях. Он был жив. Вот, значит, и возникла идея следующая. У Лоренса вышла книга «Теория электронов и ее применение в явлениях теплоты и света». Вот, значит, такая толстая книжка, довольно так тяжело написана, но во всяком случае нормально. Вот, он сказал, что граждане, ведь вы поймите простое дело. Вот у нас ведь все связи электрические между атомами, это мы уже все знаем. И значит, все зависит от того, как деформируется поле электрическое каждого вот такого атома. А ведь оно деформируется. Если мы едем сквозь эфир, то тогда поле вот так сжимается, а вот так разжимается. Объем-то его сохраняется тот же самый. Но оно вот так сжимается вдоль пути, вдоль направления движения, а вот так разжимается. И следовательно, любое тело, которое мы пропускаем вдоль эфирного ветра, оно будет сжиматься. Это называется Лоренцево сокращение. Переполох был невероятный, но это дало, значит, причину для того, чтобы построить следующий интерферометр. Вот следующий интерферометр выглядел вот так. Значит, опять была такая же ванная. Были сделаны уже стальные фермы. И в этих стальных фермах зеркала опирались не на просто так, они опирались на сосновые стержни. Вот были такие длинные сосновые стержни пропущены. И вот здесь вот так зеркало опиралось на пружине. Идея заключалась в следующем, что если этот сосновый стержень сокращается, то зеркало начнет поворачиваться. И искалась разность коэффициентов сокращения вот этой стальной фермы и вот этого соснового стержня, который, конечно, тоже от большого ума, загнали в латунную трубку, чтобы он не, так сказать, деформировался. Но имелось в виду, что эфир по-прежнему везде сущ, а латунная трубка ему нипочем. Значит, и стержень будет сокращаться. И проводили этот эксперимент в подвале, опять же. И опять получили, ну вот здесь, значит, его схема оптическая этого эксперимента, вот она. Ну вот опять прибавили здесь, значит, вот зеркал, так сказать, длинного оптического пути прибавили. Вот. И убедились в том, что, да, что-то есть, но где-то в районе там все те же 3 километра. Но никак. После чего эксперименты были продолжены уже в 1904-1905 годах. Дело в том, что одновременно тот же самый Фицджеральд высказал следующую идею. Что, ребятки, а не кажется ли вам, что в подвале проводить неправильно? А ну, конечно, нет, вы понимаете, эфир вездесущ, всемогущ, понимаете, всюду проникающий и так далее, но все-таки. Ведь совершенно ясно, что вы уже третий раз получаете данные не те. Не является ли это следствием того, что вы сидите в подвале, у вас там, значит, всякие бетонные стены, кирпичи там и прочее. Вот, а может быть, надо вынести эксперимент над подвалом? Ну, они первое, что сделали, сначала перетащили этот эксперимент там же. Перетащили его, так сказать, повыше поставили. Он у них был под полом, а теперь он стал над полом. И сразу показания стали более устойчивыми. А в 1904-1905 годах, значит, они... Значит, это уже Мэтисон не занимался этим делом, а занимался Марли и профессор Миллер, Дейтон Клавинс Миллер. Значит, делали они это дело уже от имени Кейсовской школы прикладной науки, такая есть в Калифорнии. Они полезли на Эвклидовые высоты около озера Эри, на высоту 250 метров над уровнем моря. Наснимали показания. И убедились в том, что да, совершенно твердо и четко, их уже не смущало то, что... То есть раз идея появилась, что с высотой должна что-то меняться,
они обратили на это внимание, и они получили твердое показание эфирного ветра 3,5 километра в секунду. После чего их оттуда вышибли. Дело в том, что они занимали какой-то частный участок, пришел владелец, устроил страшный хайп, вот, и, в общем, короче говоря, выгнали. И эксперимент на этом начался. Это был 1905 год. Именно в этот год Эйнштейн выпустил свою статью «Корректор динамики движущихся тел», в которой он сказал, что, значит, знаете что, граждане, есть эфир, нет эфира, ну как бы какой эфир. Но если есть эфир, то это очень сложно будет теория. А если нет эфира, то теория будет очень простая. И вот смотрите, мы получаем ровно те же самые преобразования Лоренца, из которых все следует. И как замечательно и хорошо жить здесь. В 1916 году Эйнштейн подарил Миру свою общую теорию относительности. Ну, точнее, в 1915. Ну, почему-то считается, что это 16-й год, потому что в 15-м году уже все было сформулировано. И все это в трудах Эйнштейна есть. Любой желающий может прочитать. Марли был убит на фронтах Первой мировой войны, где-то вот в этой же самой период. А в 1919 году были организованы экспедиции на Принциповые острова для проверки общей теории относительности. Но смысл заключался в следующем, этой общей теории относительности, значит, как выглядели эти эксперименты. Они выглядели так, что вот имеется Солнышко, вот имеется орбита Земли, и вот люди смотрят вот отсюда через телескоп, вот на этот участок не было. Здесь еще у меня показаны звездочки, которые, значит, здесь нет. Поскольку мы можем смотреть на этот участок мимо Солнца только тогда, когда есть солнечное затмение, чтобы солнышко было закрыто, то на него, собственно говоря, не смотрели. А потом сопоставляет, через полгода Земля объехала вокруг Солнца, теперь Солнца нет, и теперь уже ночью надо посмотреть на то, что участок мимо. И вот луч света, который идет от звезды, идет вот наблюдатель, он вокруг Солнца поворачивается. И значит, все видят, что теория относительности Эйнштейна общая, права. Таких экспедиций потом, значит, в 1919 году была первая экспедиция, но потом таких экспедиций был добрый десяток, в том числе и некто Михайлов из Пулковской обсерватории, тоже куда-то ездил там и так далее. Почему поехали на Принциповые острова? Там было в это время солнечное затмение. Вот здесь я показал, что по Эйнштейну полагалось отклонение иметь у края Солнца 1,75 секунды, а по Ньютону только 0,84 секунды. И разница, которую надо было найти, это была 0,91 секунда. Дальше уже я обратил внимание на то. Да, и все подтвердили блестящую теорию относительности. Эйзингтон вообще сказал, что если теория относительности не права, он покончит жизнь самоубийством. Но поскольку она оказалась права, то он не стал кончать жизнь самоубийством. Понимаете, это стало очень широко известно, было разыскано мир над всеми котиками. Я обратил внимание на то, что фирма Kodak, которая поставляла пластинки, значит, вот этот размер пластинки 20 на 20 сантиметров. И вот у Вавилова вот эта вся штука приведена, я ее оттуда просто скопировал, у Вавилова. А он сделал это дело уже из первичных статей. Вот это Солнце, вот вокруг него корона. А вот здесь всякие вот эти палочки, черточки, это то, насколько сместилось вот это самое изображение. Ну а дальше серии посчитаем, что Солнышко, как об этом пишут знающие люди, имеет собственный размер 1919 секунд. Угловой. В диаметре. Угловой размер. Угловой размер. 1919 секунд. А ищем мы на этой фотопластинке разницу в 0,91 секунду. Или в 2000 раз меньше. Имея на пластинке 20 на 20 сантиметров изображение Солнышка вместе с его короной. Стало быть, вот эти самые черточки, которые здесь нарисованы, они никак не могли появиться на этой самой пластине, потому что их максимальная длина составляет 0,01 миллиметра на пластине. И смотреть ее можно только в дудку, в микроскоп. При этом эти пластинки пролежали полгода.
И что вот с этими пластинками, мы должны сравнить вот эти пластинки, вот с этими пластинками, которые вот эти пролежали полгода, а эти свежие. Когда фирма Kodak узнала о том, что ищется разница в 0,01 миллиметра, которая имеет фундаментальнейшее значение для всего естества здания, она их подняла на смех и говорит, что у меня усыхание будет 0,1 миллиметра, совершенно неопределенное, чего вы там, ребята, делаете? Ну, это я все уже вычислил из первого источника. Найти это было очень непросто. Вот. Дальше выяснилось, что в районе солнечного затмения, вот здесь, на радиусе, вот, то есть корона, вообще нет никаких измерений. И если вот это мои примеры, если вы провели по Ньютону, или как мы обычно обрабатываем результаты измерения, то вы утыкаете вот здесь 0,9 секунды. У Ньютона 0,84. А ежели, как это полагается по высокой науке, вы экстраполируете, зная, что надо лучше всего экстраполировать по гиперболе, чего вообще никто никогда не делает, то вот здесь, в том районе, где ни одного измерения нет, вот тут вы и получаете блестящее подтверждение теории относительности Эйнштейна. Ну, за такие вещи я бы технику свою выгнал, чертную мать. За такое направленное, понимаете, это самое. Потому что никаких здесь объективных данных нет. Но этим занимались минимум 10 экспедиций. Они все делали вот так. В том числе наш мир. Что произошло дальше? Так вот, в результате этого дела, интерес к теории относительности возрос необыкновенно. Все газеты, все журналы, так сказать, только об этом и писали, какая замечательная теория, и как она блестяще подтверждается. Поэтому Миллер, который был жив, здоров, взял на себя всю тяжесть организации экспериментов. И поскольку надо было учитывать, значит, что надо подниматься на высоту, то эти эксперименты он провел на горе Маунт Вилсон. В 1921 году он уже сидел там. Построил специальный домик, это гора 1860 метров. Ну, она не 1860 метров, написано 6000 футов. Поэтому на самом деле там, значит, она могла быть где-то 1800 метров. В одном месте я даже посчитал, что 1750 метров. Ну, примерно. Значит, он построил специальный домик, в котором были по всей периферии сделаны брезентовые окна. И вот тот самый интерферометр, вот этот, ну, немножко модернизированный, значит, они туда, собственно говоря, и взгромоздили. Вот. Миллер в этой статье, вот эти статьи у него здесь же опубликованы, значит, пишет условия проведения эксперимента. Что в темноте оператор, подергивая ниточку, чтобы все это вращалось, со скоростью 1 оборот в 6 минут, шел и смотрел эту дудку по звонку, который там организован был от контактов, говоря отдельному Мисорчуку, что он там видит, тот значит писал. Операторы менялись. И вот все это хозяйство длилось до 1925 года включительно, а апофеоз этого был именно в 1925 году, где они наснимали 100 тысяч очков. 100 тысяч очков. Это была гигантская статистика. Ну, я просто не знаю, есть ли еще кто-нибудь, кто, так сказать, вот имел бы такую статистику. Что получилось? Вот что они наснимали. Вот что они наснимали. Значит, оказывается, никаких плавных измерений нету, а есть вот такие прыжки из задоринки. Их много. Но они все это дело относили за счет того, что операторы, так сказать, вот не точно снимают все эти самые счеты и так далее. Ну и как полагается, значит, всю эту статистику они усреднили и обнаружили, что есть периодические составляющие, вот они вот здесь показаны, эти периодические составляющие, но что эти периодические составляющие непрерывно смещаются по времени суток. Непрерывно смещаются по времени суток. И тогда возникла замечательная идея, они привязали все это хозяйство к сидерическому, то есть к звездному времени. Они привязали. И оказалось, что в сидерическом времени они все жестко ложатся. Тогда стало ясно, что эфирный ветер-то есть,
Но дует он почему-то не в орбитальной плоскости, как оно предполагалось с самого начала, а имеет некое аналогическое направление. А значит, орбитальная составляющая вообще не проглядывалась. Ну, ее как бы вообще не существует, действительно. После чего Миллером была проделана такая модельная, ну, полунатурная такая, физическая модель. Значит, и проведены очень такие серьезные расчеты, из которых, собственно говоря, было выяснено, что эфирный ветер дует на нас со стороны звезда Сета, созвездия Дракона. Она находится в 26 градусах от полюса мира, то есть почти северного полюса, но под небольшим углом. Вот. Что скорость этого эфирного ветра на этой высоте, где он мерил, уже 8-10 км в секунду. Что подтвердило, что с ростом высоты эфирный ветер, так сказать, скорость его растет. Вот. Что имеется вот такая, в общем, короче говоря, четкая закономерность. Все это хозяйство им было описано. И в 1933 году он дал заключить, да, была собрана конференция 4 и 5 февраля, она здесь тоже приведена, значит, на горе Маунт-Вилсон 27 года. Но к этому времени появились дополнительные данные. Дополнительные данные появились следующие. Возник некто Рой Кеннеди, который собрал маленький интерферометр, метр на метр, вот такой толщины, придумал зеркало. Оно у оптиков сейчас очень широко известно. Зеркало ступенчатое, вот так. На четверть длины волны ступени меняется. И отражение идет вот отсюда и отсюда. Это дало возможность резко поднять чувствительность. Он вложил весь этот интерферометр в этот ящик металлический. Там были две небольшие щелочки для наблюдения. Загнал туда гель для выравнивания температуры, о чем он пишет. И на той же горе Маунт-Вилсон произвел измерение. И ничего не получил. Ну не то, что совсем ничего не получил. Как говорится, что-то есть, но не превышало возможности. О чем он и доложил на этот день? Год спустя некто Иллингворд, взявший тот же самый интерферометр, об этом они пишут, тоже, так сказать, покрутил его, посмотрел и тоже ничего не получил. Параллельно с этим Пикар и Саэль в Брюсселе решили подняться на воздушном шаре. Они сделали такой же интерферометр, тоже метр на метр, тоже законопатили его в металлическую коробку, тоже его, так сказать, туда засунули, туда гелий для выравнивания температур, и крутили сюда специальными пропеллерами на высоте 2,5 километра. Специальными пропеллерами сделали 7 оборотов. Получили нечто неопределенное, значит, тоже лежащий предел погрешности, и значит, стояли со стрел, что эфирный ветер, конечно, где-нибудь и есть, но только не над Брюсселем. Вот над Брюсселем. О чем стало на этой конференции известно? В результате конференции, а на конференцию собрали ведущие физики, провели ее на той же самой горе Маунт-Вилсон. Ну вот, значит, собрали ведущих физиков и, так сказать, привели к свету, да, вот это получил, это не получил, понимаете, вот на этом все разошлись. После этого наступил длительный перерыв, пока не появился на свет лауреат Нобелевской премии, изобретатель Мазеров Чарльз Таунас. У него был помощник Седархольм. И они провели еще один эксперимент. Да, извините, я забыл. В 29-м году, уже после 27-го года, после конференции, за дело снова взялся Мейкельсон. У него обрелись два новых помощника, Пис и Пирсон, и они собрали вот такой интерферометр. Вот такой. Где вот, если вы видите, уже наблюдателю не надо было бегать за прибором, а он сидел вот здесь сверху и смотрел вот в эту дырку через систему зеркал, так сказать, снимал эти самые показания. Удалось разыскать статью Мейкельсона. Она опубликована в 3-м номере журнала JOSA, Journal of Optical Society of America, на септическую в Америке. Небольшая статья. Где Мейкельсон прямо пишет, что он получил эфирный ветер величиной 1,5 от того, что предсказывал там Зоммерфельд, да? Значит, не более 6 километров в секунду. А Пис и Пирсон потом описали уже более детально вот все вот это хозяйство. И, кстати, тоже здесь.
Вот, откуда эта фотография взята? Они получили результат. Причем они то же самое сначала в подвале, потом над подвалом, там разные показания, над подвалом сразу больше. Они пишут, что они построили специальный фундаментальный дом, толстостенный, в котором провели все эти самые эксперименты. В отличие от миллеровского легкого домика. Значит, вот такое дело. И дальше наступил перерыв аж до 1958 года. В 1958 году Таунс, изобретатель Мазеров, предложил следующее, да вот это интерферометр Кеннеди, а вот это то, что, чем занимался Таунс со своим светофором. Дальше они два Мазера поставили на общую поворотную платформу. Вот два Мазера, вот так. Идея заключалась в следующем, что если вот эфирный ветер дует сюда, то он ускоряет, значит, излучение. И поэтому вот здесь, на приеме, частота будет другой, выше. Потом эту штуку поворачивают на 90 градусов, и, значит, вы получаете, так сказать, изменения, там и все такое. Биение частот двух мазеров оказалось 25 кГц, вот стоит частотомер, и частотомер должен был зафиксировать с погрешностью там 10 минут 12, что есть изменение частоты или нет. Изменение частоты не наблюдалось, на каковом основании был сделан вывод о том, что, значит, раз нет изменения частот, нет эфирного ветра, это все делалось в Колумбийском университете, значит, по-моему, в самом Нью-Йорке, на поверхности Земли, ни на каких ни высоких. Ну вот, значит, короче говоря, ничего нет. С тех пор считается, что никакого эфирного ветра нет, результаты Миллера не признаны мировой научной общественностью по сей день, по сегодняшний, и никому в голову не пришло, что те эксперименты, в которых, так сказать, получался действительно нулевой результат, сделаны элементарно неграмотно. Элементарно. Причем вот лауреат Нобелевской премии Таунс меня просто поразил до глубины души. В чем дело? Мы знаем, что фотоны, которые тоже есть эфирное образование, отражаются от металлического зеркала. Отражаются. Самым верхним слоем, который получил название слой Ферми, о нем на лекциях на одной будет, так сказать, рассказ, что это за штука. Значит, вот он отражает фотон с очень малым поглощением. Поэтому, фактически, любой организованный поток эфира от металлического корпуса должен отражаться. И значит, то, что сделал Кеннеди со всей своей высокой чувствительностью с гелием, а когда он описал про гелий, то это серьезно, потому что гелий течет в любую щель, в любую щель. И значит, если уж там гелий сохранился, это значит, законопатили как следует, крепко. То же самое Пикари стояли, сделал металлический ящик. Они примерно следовали такой методике. Вот на улице дует ветер, а мы вот здесь в комнате поставили анемометр для измерения эфирного ветра. Смотрим на него, эфирного ветра нет, и делаем вывод, что на улице его тоже нет. Вот и что произошло. А Таунс совсем большой молодец. Потому что частота, вот сколько колебаний отсюда вышло, вот столько колебаний сюда и прошло. Меняется фаза, а совсем не частота. Частота вообще не меняется у взаимно неподвижного источника и приемника. Между собой это неподвижно. Доплерский эффект наблюдается только тогда, когда они сближаются или расходятся. Помните, паровоз идет. Да? Вот он сюда прошел, а туда вышел. Но здесь же все неподвижно. Дальше частотомер, который мерил 25 кГц, на фазу вообще не мог никак учесть. И вот эти обстоятельства нашим умным физикам показались достаточными для того, чтобы ошельмовать огромную работу, проделанную Миллером по эфирному ветру. Хотя же ничего не выдумали. Вы думаете, можно что-нибудь предусмечнее или интереснее? Это так оно и есть. Вот что было. Ну, могу упомянуть, значит, о том, что, значит, в промежутке в 1915 году был эксперимент Саньяка, но я не хочу сейчас о нем рассказывать, потому что это будет предмет уже, так сказать, на дискуссии. Но вот
Мендельсон пишет, вот на этом основе сейчас основаны все инерциальные бесплатформенные системы, их наделаны тысячи. Когда поворот платформы приводит к биению частот, ну здесь у него он привел, значит, смещение полос, а сейчас на этом основаны все лазерные бесплатформенные инерциальные системы с высочайшей точностью, подтверждающей отличие. Был еще эффект, значит, то есть эксперимент Мендельсона геля вот в трубах. Ну, о них пойдет речь потом отдельно, потому что прямого отношения к эфирным детям, по крайней мере, не имеет. Ну, прежде всего, я должен упомянуть, что в Харькове ребята из радиофизического института, это очень крупный институт, проводя эксперимент по влиянию, значит, метеоусловий на распространение радиоволн, построили такую систему. А вот этот институт у них вот так Харьков, а вот здесь гора, ложбина. А вот здание института стоит вот здесь, на самом краешке. А вот здесь стоит школа, какая-то очень горка, в селе каком. А вот здесь есть горка. Вот они поставили антенну здесь, поставили антенну здесь. И измеряли, придумали новую методу, получили на нее авторское свидетельство. Измеряли, как ведет себя луч вот этот, и как ведет себя луч вот этот. Организовали автоматическую запись, круглосуточную, круглогодичную. И обнаружили, что помимо, да, ввели фиксацию температур, влажности, погоды, там всего такого. И после того, как они... К 96-му году уже набрали очень много материалов, они обнаружили, что имеется некая биологическая составляющая, во-первых, суточная, которая непонятно, какой она сюда имеет, во-вторых, годичная, что тоже совершенно непонятно. Значит, ну, короче говоря, совершенно было непонятно, с чем они столкнулись. А книжка вот эта моя, с этими статьями, вышла в 1993 году. Я бы сказал, исключите Богу. И кто-то посоветовал. А вы, ребята, посмотрите, что там написано в этих самых статьях, которые еще Миллер там и так далее. Они посмотрели и обнаружили, что есть какая-то могучая корреляция. После чего разыскали меня. Вот это расстояние 13 километров. Вот это. Ну, приехали по этой трассе, посмотрели, чьи аппаратуру, все. Вот я им сказал, ребята, ну неужели вы такие несчастные, что не можете построить на этом же канале встречный канал. Ну, все то же самое. Отсюда сюда, отсюда туда. Отдать отсюда телеметрию туда. И сравнивать. Если вы сложили все это хозяйство, показания, сложили на разных путях, вы получили эфирный метеор. Дали разницу, вы получили метеоусловие. Ну, чего вам стоит, собственно. Они так и сделали. Там у них были всякие трагедии, связанные с отключением электричества. Потом, значит, кто-то разломал всю их аппаратуру вот здесь, на школе. Они вынуждены были все снова сделать. Но так или иначе, все закончилось более-менее благополучно. И, значит, они за 1998 год набрали огромную статистику. Они ее до конца не обработали до сих пор. Потому что группа малочисленная, значит, но набрали громадную статистику. Первые результаты опубликованы вот в этой брошюре. Я настоял на том, чтобы они выслали мне материалы. Значит, наконец, раскочегарящих пришлось, так сказать, пинать ногами всячески, так сказать, и заставлять. Наконец они сделали вот, вот все это хозяйство. Я дал сюда предисловие, и вот издал в количестве 500 штук. 100 штук отправил в Харьков на прошлой неделе, 400 штук, значит, у меня в наличии. Вот теперь я ими торгую и наживаюсь, так сказать, это самое богатство коплю. Вот, значит, если удастся свести концы с концами, потому что все это бешено дорого стоит, то будет очень хорошо. Ну, рекомендую. Мы имеем таким образом, да, они на высоте Харькова. Значит, что используется здесь? Физика и эффект. Физика очень простая. Если вы возьмете книгу Шлихтинга «Теория пограничного слоя», то там рассмотрено, как шар обдувается потоком газа. На 300, по-моему, 27, что ли, страниц там человека есть изображено. Получается так, что если у вас газ не вязкий, то... пограничного слоя нет. Ну, нет. Значит, у вас он прямо дует, насколько...
пока эпюра. Пока эпюра. Вот здесь у вас В бесконечность, а вот здесь В нулевое. На нуле у вас пограничный слой должен быть, так сказать, то есть корень должен быть на нуле. Но при условии, если вот этот газ не проникает вот в это тело, она не обнаружена, что Земля непрерывно поглощает эфир. Непрерывно, он входит в Землю со второй космической скоростью. Чего, почему это все будет рассказывать? И поэтому затухание эфирного потока происходит не на поверхности, а глубже. Ну где-то буквально в первых сантиметрах, в первых метрах. Но затухание. Поэтому на поверхности должна быть скорость эфира. Но с высотой она растет. Вязкость эфира такова, что на Луне, там где атмосферы нет, этот слой будет составлять буквально микроны. Но у нас есть атмосфера. И тут положение кардинально меняется. Кардинально меняется. Этот пограничный слой захватывает десятки километров. И, так сказать, полная задача и решение, с учетом того, что плотность атмосферы меняется по высоте, это, конечно, очень сложная задача, но кто-нибудь когда-нибудь за нее может быть взялся. Но в среднем качественная картина вот такая. Поэтому ребята это дело учли, и они вот здесь меряют градиент скорости. То есть вот эта скорость побольше, вот эта скорость поменьше. Среднюю величину разности они оценивают всего-навсего 8 метров. Этого окажется достаточно, что фактически это эксперимент первого порядка, а не второго. И поэтому, значит, здесь вот они меряют вот этот градиент. Значит, они насчитали, что вот здесь, значит, вот эти факелы, эфирный ветер имеет скорость проникновения 1414 метров. Ну, я бы сказал, насчет последних 14 метров, это есть некоторые натяжки, это уже есть, конечно, математическая, так сказать, эквилибристика, но 1400, наверное, мерить можно. Потому что я еще раз говорю, статистика громадная. Вот такие результаты мы таким образом имеем, да, и что направление действительно совпадает с Миллеровским, но отличается на несколько градусов. Что они относят за счет того, что тот сидел в системе калифорнийских горных хребтов, а у них, так сказать, вот все открыто, и считают, что свои результаты по азимуту, по крайней мере, они даже имеют более точными, чем у Миллера. Вот мы имеем сегодня, так, знаете, как у Дюма были, там 20 лет спустя, 10 лет спустя, 5 лет спустя, мы здесь имеем 75 лет спустя. Впервые в мире, нашими ребятами, сделан эксперимент по эфирному ветру, значит, 75 лет спустя, с очень, я бы сказал, так сказать, серьезной статистикой, впервые в мире, никто это не делал. Мне прислали через институт проблем механики, по-моему, институт проблем механики. Мне прислали французскую книжку, вот такую, она мне дома лежит. Там нашелся тоже умелец, который начал мерить эфирный ветер, но как-то это тоже резонанса не получил. Ну, теперь могу доложить следующее, что мною придуман еще один метод, который опробован. Ну, опробован, я бы сказал так, весьма поверхностно. Этот метод заключается в следующем. Первый порядок. Я рассудил так. Ну, у нас появились лазеры. Слава Богу, есть теперь лазер, вот здесь лазер. Вот он, донес сюда выше. Гелий-неоновый лазер, ставил их, старенький. Имеет расхождение луча 6 минут. И на расстоянии, скажем, 7 метров, он даст пятно диаметром примерно 1,5-2 сантиметра. Вот этот луч под влиянием эфирного ветра должен вести себя как упругая балка. Если вот сюда дует на него некая нагрузка, то луч должен изгибаться и скрипеть по параболе. И, следовательно, если мы вот сюда поставили детектор, который может уловить вот это отклонение, то тогда мы можем получить очень даже приличные результаты, если, так сказать, обратим на это дело внимание. Детектор представляет собой трубку, разделенную вот так на сектора. Значит, здесь стоит один мостик светодиодный, фотодиодный. Здесь второй мостик фотодиодный на два усилителя, значит, так сказать, вывешивают все, так сказать, а затем записывается. Что мы получим? А величину отклонения, скажите, пожалуйста. А величина отклонения составляет десятые доли миллиметра.
То есть совсем не маленькую величину. Почему мы взяли гелий-неоновый лазер, а не какой-нибудь такой более жесткий? Мало того, мы взяли его самый плохой. Сейчас есть, конечно, лазер гораздо лучше. Почему? Нам нужен был рыхлый луч, чтобы он имел площадь побольше, а упругость поменьше. То есть мы чисто из условий сопротивления материала подошли к этому делу. Как и полагается по сопромату. Ну вот. И получили результат. Статистики мы не набрали. У меня совсем не те условия в лаборатории, в институте. Но что-то такое здесь вот, оно есть. Мало того, значит, то есть мы увидели, что да, есть суточные составляющие, все время приходилось перестраивать. То есть кто-то должен заняться этим делом специально и, так сказать, направленно. То, что эффект есть, у нас нет сомнений. Эффект есть. Наряду с тем, что мы увидели, что под влиянием суточным, ну да, причем так, мы проверили, есть ли отклонение от изменения напряжения питания, нету. Значит, от температур, ну температура у нас так, все, комната запиралась, температура там держалась постоянной, и никаких этих самых фокусов нет. А лучше просто стоял неподвижно, на каменной скамье. У нас есть такая каменная скамья, значит, вот такая каменная скамья, вот такой ширины, и вот такой толщины. Специально там в нее вмонтированы, значит, какие-то латунные эти самые резьбы там всякие в ней, ну, специально это самое, оптическая скамья. Ну, вот она стояла, понимаете, но все это хозяйство, тем не менее, конечно, требует совершенно других усилий там, и так далее. Вот вы обратите внимание, что вот здесь есть еще все, вот помимо того, что идут, значит, вот такие отклонения, вот здесь еще идут вот такие частные выбросы. Мы их проанализировали. И я вот здесь, даже в этой книжке, их здесь изобразил. Сейчас покажу. Вот они. Вот они. Частные выбросы. Выяснилось, причем как они носят. Значит, вот в книжке по эфиродинамике тут приведена структура фотона. Какую структуру имеет фотон? Вот если этот фотон вот так разрезать, то мы как раз получаем вот такую эфиру скорости. Складывается впечатление, что нас обстреливает солнышко. Ну, больше некого, я так не вижу. Некими фотоноподобными структурами. При этом амплитуда меняется их, ну, в 2-3 раза. А период меняется от долей минут до единиц часов. И может произойти колебание здесь, ну вот здесь надо уже смотреть, как это в рабочем порядке все происходит. Может произойти колебание там 5-6. Может, если частота повыше, то там может колебание пройти там 20-30. Потом все кончается, потом ничего нет. Потом ни с того, ни с чего снова начинается вот такое дело. Вот. Поэтому я даже хотел использовать как-то эфирный ветер для, так сказать, еще одного создания прибора измерения курса. Но, наверное, не проходит. Потому что амплитуда этих самых колебаний, выбросов вот этих, она большая. Она превышает само значение эфирного ветра, и, конечно, прибор не может быть построен. Но я вспомнил, что у Миллера-то вот эти самые данные, которые он там наколотил, значит, что вот у него выбросы вот эти, и которые он отнес за счет, вот эти выбросы, которые он отнес за счет оператора, они совсем не обязательно носили характер ошибок оператора. То же самое пощупал, нащупал то же самое, что мы увидели. Мы были в страшном шоке, когда вот первый раз увидели вот эти самые загогулины, выбросы. А потом я вспомнил, что у Миллера же то же самое. Вот они. Понимаете, какая штука? Поэтому, конечно, нас снисходит с небес, ну, любая гадость. Самая разнообразная. Вот. И мне рассказали товарищи из некоего института академического, который занимается чем-то космическим, к сожалению, я сейчас уже не могу сказать, кто такие, что оказывается, но это я нигде тоже, кроме них, не слышал, что наши спутники, когда крутятся там, время от времени испытывают некую непонятную болтанку. Ну, как будто по булочникам едут. Это в космосе-то, ничего там нету, они едут как по булочникам. А потом это прекращается. Мало того, что могут приборы время от времени барахлить, серьезно, ну, без всяких видимых причин. Ну и так далее, и тому подобное. Ну вот в первом приближении, так сказать, да, время уже. Значит, заканчивая это замечательное изложение, значит,
хочу сказать следующее. А, вот еще надо что вам показать. Что такое инферно? Ветер, так сказать, даже если просто, больше ничем не заниматься. Инферно ничем. Вот обратите внимание. Значит, это, вот я эту картинку вынес вот сюда. Вот сюда. Что учет эфирного ветра с учетом поглощения эфира Земли позволяет нам объяснить весьма так. Легко. Особенности строения Земли. Многие. Что получается? Вот у нас эфирный поток. Я здесь воспользовался данными Миллера. Вот и Гебайджин. Вот здесь есть эффект торможения. Около Северного полюса. Значит, здесь должен образоваться океан, куда не войдут материки. Он там есть. Вот здесь мы имеем огибание, и следовательно, градиентные потоки. Здесь будет пониженное давление эфира. И следовательно, материки сюда подтянутся, и они подтянулись к Северному полюсу, к Северному полушарию, и вода сюда подтянется, и в результате Земля приобретет форму, вытянутую к северу. Она приобрела форму, вытянутую к северу по отношению к южному, на 400 метров. Вот вам прямая причина. Вот здесь у вас по теории пограничного слоя должен образоваться тороидальный присоединенный вихрь, который будет работать вот так, как здесь вот показано. Значит, он должен неизбежно захватить воздух, который с небеси спустится сюда вниз, сухой, прогреется, захватит влагу и начнет ее через верх выбрасывать сюда. Здесь непрерывно идут снегопады. Все, это самый воздух, спускаясь сюда, из верхних слоев, будет иметь более холодную температуру, чем в любых других местах. В этом вашем районе мы имеем температуру до минус 80 градусов, в то время как здесь только до минус 40-45. Этот снег сюда непрерывно будет наращивать вот этот самый ледовый континент, который, помнится, называется Антарктидой. Здесь где-то будут всякие муссоны, там прочее, значит, западные ветры, которые будут здесь вызываться ускорением Кориолиса, там и так далее, и тому подобное. Поглощение эфира будет сопровождаться, значит, тем, что будет в Земле непрерывно создаваться новое вещество, которое и создается и вылезает через всю систему рифтовых хребтов и вот этих отдельных островов с коралловыми рифами, о которых никто не знает, как они образовались, потому что это отдельно стоящая горка в океане, которая вылезает наружу, там люди живут и все такое. Но стоит отступить на несколько метров, как у вас сразу глубина нескольких километров. Вот здесь появляется полная такая единая картина. Это если больше не учитывать ничего другого. Поэтому, как бы оно представляет некоторый интерес все это дело. Вот. О чем я вам и хотел доложить. Поэтому, еще если иметь в виду, что эксперимент по эфирному ветру однозначно нас приводит к необходимости восстановления представления об эфире, оттуда вытекает уже столько, что ого-го. Ну вот. Поэтому, значит, что нужно? По-хорошему. Нужно широкое проведение экспериментов по эфирному ветру. Я думаю, что вот это лазерная установка. Установка, понимаете, любому радиолюбителю по силам. Ну просто любому. Понимаете, конечно? Кто сумеет вертеть эту платформу, молодец. Кто не сумеет вертеть эту платформу, ну пусть поставит неподвижно. Ну и сидишь, что надо, вылезти как можно выше. Там, куда-нибудь на повыше. Хорошо бы иметь устройство полевого типа, чтобы можно было бегать по горам. Я даже знаю место, где это надо поставить. Это надо поставить в Зеленчукской горе. На Зеленчукской горе я там был, место предусмотрел. Там замечательное место, есть такое поднятие, которое называется пупок Келыша. Понимаете, знаешь, они так его именуют. Ну вот, вы были на пупке Келыша? Я был на пупке Келыша. Какая высота? А сзади? А? Высота. Нет, она там, понимаешь, ну там это отдельная должна быть. Над уровнем моря высота. А? Над уровнем моря. Над уровнем моря километр два, я думаю. Хорошая высота. Туда лезешь, пока долезешь, понимаешь. Там на машинах ехать надо 17 километров. Ну а мы, конечно, карабкались так. Ну вот, туда карабкались. Вот, там институт специальный, Зеленчукский, он известный. Там у них где-то в долине ротан стоит, радиоастрономический телескоп Академии наук.
Я горд тем, что там стоят мои СКД количеством 3000 штук, между прочим, вот на этом самом ротане. Вот, и там мои методы использованы, значит, вот по преобразованию углов поворотов. Секундные точности. Вот, значит, оттуда его сверху видно хорошо. Ну вот, значит, а сзади гора, так называемая гора Пастухова. Но она занимает сектор примерно градусов 50 сзади, а весь север открыт. Все открыто. То есть, условия для проведения эксперимента. И институт там сидит, который спокойно может все это хозяйство сделать, и сейчас еще может все это сделать. Ну, я думаю, никто не пошевелится. У меня есть пример, когда некий большой профессор, ученый, находящийся не там, а здесь, в Москве, сидящий под куполом, так сказать, вот этого самого шпиля университета, имеет такую установку, и сделав ее недостаточно, я бы сказал, тщательно, потому что она у него опирается на вот такой круг, на котором трение огромное, может провести всю эту работу. Давно может, спокойно, все такое, но никуда не торопится. Его мы дожмем. Да не дожмешь его просто. Дожмем. Ну ничего не надо. Ну вот, а то, что все, что там переделать, это надо переделать опору. Я его спросил, большого оптика, а знает ли он, как устроены старые патефоны? Он жалуется, что вот это самый круг, а там плита 30 километров, то 30 килограмм, значит, жмет, вот у него там возникают остаточные трения и так далее. Я вас спросил, знаете ли вам, как устроен старый подход, опора? Он уже забыл, что у него на свете существует. Она устроена очень просто. Там, значит, пятка вот такая делается, стержень, и под нее крадется шарик, диаметром, скажем, 5-8 миллиметров. Все это в стакане, заливается маслом, и никаких остаточных деформаций. Вот и все. Это было божественное откровение, понимаете. Вот пришел Иисус Христос и объяснил, как надо делать опору. Понимаете, какая история? Большие оптики не знают, как делать опору. А потом натыкаются на то, что у них система не работает. Она не будет работать. Не знаю, дожмешь ты его или не дожмешь, по-моему, нет. Но принципиально я хочу сказать следующее. Что эксперименты по эфирному ветру, я вот думаю, что с использованием вот этого лазера, поскольку это очень просто, значит, должны стать предметом пристального внимания, ну, всех. Кто только может, так сказать, этим делом заняться. Потому что это носит принципиальнейший характер. Принципиальнейший. Если такие эксперименты будут проведены в разных городах, а, так сказать, на легализацию этого дела мы, так сказать, трудимся, то тогда наша академия наук поймет, что поезд не только идет уже, в него уже давно пора садиться, а он просто уйдет. Понимаете, и будут рассказывать, что бедность и порог. Вот и все. У меня все. Свет, дождитесь, пожалуйста. Я с удовольствием отвечу на вопрос. Вы только скажите еще раз, что это эксперимент первого порядка. Да, это эксперимент первого порядка. Это эксперимент первого порядка. Вот что. То есть в нем не V² надо на c квадрат, а в нем VC. Понимаете, это совсем другой разговор. То есть он легкий эксперимент. Так, давайте вопрос. У вас это было учетно, а вот связь с магнитными бурями Солнца, вспышки никакой не наблюдалось. Нет, понимаете, что ли? Ребята, дальше же надо проводить корреляцию. Надо проводить статистику. Я думаю, что фактически, вот откуда наши молодцы знают, что вот такого-то числа будет магнитным бурей. Смотрим на солнышко, появились пятна, что-то оттуда выбросилось, ну, они примерно знают, когда это доедет сюда. Понимаете? А здесь мы видим структуру вот того, что сюда приходит, структуру. Значит, этим надо заниматься. Вот факт наличия мы установили, что да, оно есть. Какая там корреляция, что, чего, это же работает. Ну это и есть то, чем должна заниматься Академия наук фундаментальными исследованиями. А заниматься черт знает чем. Да, кстати сказать, мне на днях сказали, актуальнейшая проблема, важнейшая проблема, которую должна сейчас решать Академия наук, значит, ядерщики в частности, и вот они этим делом занялись, но это требует больших расходов, к сожалению, понимаете, но все равно занимаются этим делом. Дело в том, что кто-то вычислил, что нейтрино может иметь магнитный момент, равны 10 минус 12 от ядерного магнитона. 10 минус 12. И вот теперь все бросились мерить этот ядерный момент 10 минус 12. У нейтрино. Какой магнитный момент? Магнитный момент. Понимаете, что стоит? Это мне напоминает ловлю гравитационных волн, которой занимался Володя Брагинский. Он занимался этим 20 лет и, по-моему, сейчас только бросил эту затею. Но, господи, он и доктором стал, и артем угодно стал. Понимаете, такой пазатный мужчина. Ну вот, значит, там выглядело это так. Я слушал доклад, что если бы было число совпадений на детекторах, более 25 в месяц гравитационной волны есть. Если их будет меньше 3 в месяц,
Гравитационных волн нет. Я быстренько сложил 25 плюс 3, 28 поделил пополам, 14 плюс минус 1, он сказал. Но число совпадений мы получили от 13 до 15. Эксперименты надо продолжать, так сказать, надо субсидии, там все такое. И ученый совет, Институт физики Земли, между прочим, проголосовал единогласно, что это надо продолжать. Ребята, это можно делать бесконечно. Теперь они будут мерить ядерный магнитон 10 минус 12. Но вы же сами понимаете, какая это трудная задача. 10 минус 12. Одна миллионная и миллионная. Но они будут этим заниматься. Рядом лежит непаханное поле, огромное, которое не требует ни затрат, ничего. Как всякий новый качественный переход. Эфиродинамика. Ее не признали. Ну не признали, не признали. Я говорю, меня это сейчас слушать не беспокоит. Я не собираюсь суетиться для признания этого направления. Кому надо будет, ко мне начали технологи ходить всякие, понимаете, вот позавчера были. Ну вот, значит, еще какие-то люди, там пирамидчики, там лазоходцы, там и так далее. То есть те, которые реально работают в этом направлении. Ну и на здоровье. А те ребята могут утешаться чем угодно. Так, извините, немножко про сторону. Так, давайте вопрос. Будьте любезны. Не могу сказать. Сейчас, одну секундочку. Я бы сказал только так, что, насколько я понимаю, вот в этом градиентном методе, он, по крайней мере, даже суточные колебания просто ни при чем. Коры, вот в этом месте. То есть они могут, конечно, там и деформироваться, там и так далее, но, понимаете, это же эксперимент первого порядка. То есть я думаю так, ну давайте предложим ребятам, так сказать, все-таки дать численные оценки вот этого дела. Наверное, это нужно сделать. И вообще, я думаю так, что тот, кто вот эту брошюрку возьмет, пусть, значит, отнесется критически к этому делу и даст, так сказать, свои пожелания, замечания. Потому что, в конце концов, понимаете, тот огромный материал, который у них накоплен, значит, его же можно обрабатывать под разными ракурсами. Это надо делать. У меня есть конкретное предложение. Ведь понимаете, какая история? Каждый ставит эксперимент, опираясь на некую гипотезу. Потому что если гипотезы никакой нет, и представления о сути явления нет, то никто эксперимента просто не будет никакого ставить. Вот если будет сделан лазерный прибор, то у вас появляется возможность крутить вот так, вся, туда, сюда, там и так далее. Но что с нас, бедных, нищих, взять, когда, дай бог, нам хоть... Вот понимаете, вы мне должны все в ногти поклониться, что я нашел вот этот метод, хоть как-то его проверил. И теперь есть за что зацепиться. Понимаете? Но то, что аппетиты растут, это я по себе знаю, что растут аппетиты, это надо, это надо, это надо. Ну, товарищи дорогие, давайте делать. Надо. Какие, по вашему мнению, будут преимущества, если опыты эти проделывать на неподвижном относительно поверхности Земли спутнике на высоте 36? Километров. Будет улучшение? По-моему, никаких не будет особых, потому что скорость учитывается достаточно легко. Значит, ну, были... Да, да какая разница? Какая разница? Значит, понимаете, значит, надо посчитать, значит, если он будет крутиться на высоте 36 тысяч, значит, километров, да, значит, то он месяц полтора... Так, я думаю так, что у него там собственная скорость будет километров 10, наверное, или... Нет, там... Сколько там будет? Это 3 километров. А? 3 километров там скорость. Вот, и, вот такая будет, да? Да, вот... Ну, 3 километра. Скорость. Ну, надо будет его просто учитывать. Ну, точно так же будет... Он только в плоскости эклиптики будет, Владимир Ильич. А? Он же только в плоскости эклиптики будет, значит, надо будет уже... Ну, понимаете, какая история? Я думаю так. Здесь надо будет по-хорошему, надо, так сказать, все возможные варианты побольше использовать. Там померить, на поверхности Земли надо, и надо и в подвале опять померить. Надо нащупать все вот эти самые закономерности. Вот. Значит, то, что намерил Миллер, и то, что мы на сегодняшний день знаем, прекрасно укладывается в общую эфиродинамическую картину там, строения галактики там, и так далее. Укладывается замечательно. Но, понимаете, мало чего у кого укладывается. Значит, мы должны, то есть по-хорошему должен быть массовый эксперимент в разных точках Земли, на разных высотах, включая спутник. Значит, ну тут вот эти самые космисты предложение, давайте поставим на спутник. Ну давайте поставим. Пух, возникает первый. Мою скамейку, что ли, поставим на спутник? Чего мы поставим на спутник? Это же надо все делать, прибор надо разобрать. Это же серьезное дело.
Там прибор-то будет простой. Надо выкинуть штангу, и на конце у нее должно быть зеркало. А все остальное находится внутри. Но это же кто-то должен сделать. Вы проверите это разрешение, чтобы вас пустили туда. Ну, понятно, да? То есть, понимаете, какая история? Мало чего, вот возникла возможность. До сих пор этой возможности не было. Вот сейчас, вот она есть возможность. Кто, как ею воспользуется, я не знаю. Понимаете, это целое дело. Давайте вопрос еще. Пожалуйста, слушайте. Просто мне не вопрос, а решать по коллекции вопрос. Вот я посмотрел ваш этот рисунок, что ветер эфирный обтекает землю. Но, зная предыдущие ваши лекции, значит, вы там доказываете, что эфир внедряется в землю, поглощается землей. Так я думаю, что вам нужно вот этот рисунок просто пересмотреть и дополнить. Там показать не только вот эти изогнутые линии обтекания земли, но и линии поглощения эфира земли. Тогда этот рисунок будет очень полный и очень понятный и ясный. Я с вами согласен. Второй вопрос. Значит, вы только второй. Значит, вот вы сказали о пограничном слое. Я вот хочу привести до сведения нашей аудитории, что в 15 часов будет сегодня проводить лекция замечательный ученый Рубина Владимир Юрьевич, вот он знаком с Владимиром Владимировичем, который доказывает, что никакого пограничного слоя вокруг тел не возникает при обтекании газом или жидкостью. Это ученый аэродинамик, который сегодня в 15 часов будет рассказывать свою теорию подъемной силы крыла самолета. Линовая подъемная сила. Да, крыла. Я уже об этом помню. Значит, и кто интересуется вот этим людей, то это территории, пожалуйста, можете купить билет и его послушать. Замечательно объясняет, буквально на пальцах, как еще, наглядно очень, и просто представляешь все эти процессы. Значит, и он доказывает, что вот эта теория пограничного слоя, это теория, просто которая высосана из пальца. Никакого, никакой нет теории пограничного слоя, и никакой нет циркуляции вокруг крыла, и совершенно по-другому ездит подъемных силах элементарно просто на основе работы простейшего механизма, который называется. Так, все? Все. Спасибо. Не могу не высказать комментарий. Вы сказали половину правды, половину нет. Потому что, понимаете, извините, не звука о пограничном слое он вообще не говорит. Он говорил о том, что подъемную силу по циркуляции рассматривать не целесообразно. По циркуляции. А про пограничный слой там слов вообще нету. А клиновая теория конкурирует. Сейчас, одну минуточку. Клиновая теория конкурирует с теорией Жуковского о циркуляции. Это никакого отношения, даже если он на той лекции, на которой я у него не слушал, если он имел удовольствие честь об этом сказать, то это просто неправильно, потому что это не имеет отношения к теории пограничного слоя. Нет, минуточку, минуточку. Он конкурирует с теорией Жуковского о подъемной силе, и он большой молодец и сделал лучше, чем Жуковский. Это так оно и есть. Но к пограничному слою это не имеет отношения. Вот все. Он же здесь выступал. Он выступал здесь, выступал. Коротко. После чего мы ему и дали это самое, цикл лекций прочитать. А цикл лекций у него замечательный. Это все так. Только к пограничному слою не имеет отношения. Так, еще давайте вопрос. А то время уходит. Будьте любезны. У меня два примитивных вопроса. Самое опасное всегда. Лекции, в дальнейшем. Давайте определите, пожалуйста, что такое мы подразумеваем под пространством. Математическое в мозгу представление, геометрическое ли? Или заполненное чем-то? Я понял, это высказывание пожелание на подальнейшем. Дойдем до этого дела. Да. Второй вопрос такой. Вот вы упомянули, что в мире состоит Амера. Да, Амера. А в промежутке между Амерами что? Так. Пустота, которой нет. Так, тихо. Понятно. Будем считать так. Это предмет очередной лекции, где мы будем рассматривать эти вопросы тоже. Ну, вопрос обычный, это, кстати, нормально. Давайте еще вопросы. Ну, если нет вопросов, тогда... Да, можно. Нет такой идеи считать вот этот эфирный ветер, что это эфирная планета, влияющая на изменение материи Земли. Поэтому у нас иногда бывают изменения суши. И вот как вы рассказывали. Что это эфирная планета, которая сама живет, движет, существует, и имеет влияние на нашу... Вопрос заключался в том, нет ли у меня такой идеи? Докладываю, нет. У меня такой идеи нет. И среди ученых нет? Что такое эфирная планета? Спросите тех ученых, у которых есть.
Значит, у меня этой идеи нет. И пожалуйста. Источник энергии, питающий эфир, как вы считаете? Так. От футболю это вопрос на следующую лекцию, пожалуйста. Да, уже, наверное, на следующую. На следующую будем рассматривать это дело.